Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать Евангелие от Луки. Первая глава, помимо уникального среди Евангелий предисловия, пролога, содержит очень богатый материал, которого нет в других Евангелиях. Этот материал, собранный Лукой, является рассказом о событиях, предшествовавших Рождеству Христову. Довольно обширная глава, пространная. В ней рассказывается прежде всего о событиях, связанных с Рождеством Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Вот известная история: бесплодные родители, бесплодная мать Елисавет. Она была бесплодна, и это было тогда, в тогдашнем обществе, в израильском, знаком ее позора. И стыд бесплодия преследовал ее, она даже была прозвана бесплодной. Вот здесь она была неплодна, сказано, у нее не было детей. Вот потом, дальше еще раз будет об этом говориться. Во время царствования Ирода рождается истинный царь иудейский, сын Давидов, сын Авраамов, как называет его Матфей. И если Матфей начинает рассказ, начинает свое Евангелие сразу после родословия, начинает сразу с рассказа о Рождестве Христовом, то Лука предваряет рассказ о Рождестве такими подробными рассказами о том, что предшествовало Рождеству Христову, и прежде всего о событиях, связанных с рождением предтечи Христова, Иоанна, который будет его крестителем. Это происходило, как я уже сказал, во времена Ирода, царя иудейского, царя незаконного, нелегитимного в глазах верующих правоверных иудеев. Здесь следует отметить, вот в этом рассказе о Рождестве Иоанна Крестителя, мы не будем его читать, содержание его известно, и каждый может взять в руки Евангелие и прочитать подробное повествование об этом событии. Вот следует отметить параллелизм, который наблюдается в первой и второй главах Евангелия от Луки вообще, между историей рождения Иоанна Крестителя и историей рождения Иисуса Христа. Во-первых, прежде всего повествователь Лука представляет родителей. Вот говорит он о родителях Иоанна Предтечи так, что отец его был священником из Авиевичьей ряды, звали его Захария, а жена у Захарии была из рода Ааронова, имя ей Елисавета. То есть они были из священнического рода. Они были праведны, подчеркивает Лука, непорочны, поступали по всем заповедям, уставам Господним беспорочно. И сразу же вспоминается история, связанная с другим рождением, тоже чудесным. Вот здесь говорится, что Елисавета была бесплодна, неплодна она была. Это обычная для Священного Писания история, когда праведные родители, но жена неплодна, и у них нет детей. И они терпят позор и поношение в обществе, у них нет будущего. И где же ваша праведность, где же божественное обетование, почему они не исполняются? Может быть, за вами какой-то грех, который другим не виден? И вот вспоминается история Авраама. В 17 главе книги Бытия, в первом стихе, прямо сказано, что Авраам был человеком праведным. 17 глава, с которой начинается рассказ о рождении у Авраама наследника. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен“». «Будь непорочен», призывает его Господь. Авраам и был непорочен. И вот здесь сказано, что родители тоже были беспорочны, родители Иоанна Крестителя. Другой пример, другая параллель ветхозаветная – это родители пророка Самуила. Пророк Божий Самуил родился тоже чудесным образом, по божественному обетованию. Когда бессильна человеческая природа, ну, в случае Авраама и Сары, они, кроме того, были уже и престарелые, Саре было 90, откуда у 90 может родиться ребенок. Анна, жена
жена тоже священника, жена священника, тоже из священнического рода. Она молится при скинии собрания в ту предмонархическую эпоху, когда еще продолжали править судьи, вот эти харизматические вожди израильского народа. Господь слышит ее молитву, исполняет желание ее сердца, и у нее рождается сын. И она возносит благодарственный гимн за это Богу. Она была праведна, но не плодна. Муж ее тоже был праведен, но не плоден. Здесь родители Анны Предтечи тоже праведны, и у них нет ребенка. Молитва Захарии услышана. Ангел, посланный от Бога, так ему и скажет. Молитва твоя услышана, и у тебя родится сын. Вот. И говорит ему, не бойся, ибо услышана молитва, твоя жена, твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Йоханан, это имя означает божественную милость, божественную благодать, божественную доброту. Чему нас учит само имя Иоанна Крестителя? Оно учит нас тому, что исполняется божественное обетование. И Господь исполняет свое слово. Несмотря на то, что праведным людям порой долго приходится ожидать, слово Господне неотменимо, оно исполняется. Вот это настойчивое повторение в Писании одного и то же, одной и той же истории в разных вариациях. Авраам и Сара, Анна, мать пророка Божьего Самуила, другие примеры. Пример рождения Самсона от неплодной матери, как сказано в 13 главе книги Судей. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Им тоже является ангел Господень. Вот эти все ветхозаветные параллели вспоминаются, когда читаешь повествование о чудесном рождении Анны Крестителя. То, что невозможно человеку, возможно Богу, подчеркивают все эти истории. Но еще более чудесная история произойдет, конечно, с рождением Иисуса. Прежде чем прочитать о благовещении Иисусу, читатель Евангелия от Луки узнает о благовещении, которое было Захарии и Елисавете. Захария и Елисавета, Мария и Иосиф, Иоанн Креститель и Иисус. Очень много параллелей, как я уже сказал. Во-первых, представление родителей. Здесь представляются родители. Они были бесплодны. Елисавета была неплодна. Они были бесчадны. И уже, видимо, не ожидали чада. Но все-таки молились. Молились. Была у них надежда, что Господь силен там, где человек не может по природе своей что-то сделать. После рассказа о благовещении Захарии, о том, что у него родится сын, будет рассказ о благовещении Марии, что у нее тоже родится сын. И еще более чудесным образом подчеркивается девство Марии. Она сама это девство исповедует и говорит, удивленная, пораженная словами ангела, как это будет, если я мужа не знаю. То есть она говорит, что я дева и мужа не познала, как же может у меня родиться сын, о котором ты говоришь. Явление ангела в том и в другом случае. Мы читаем о явлении ангела Гавриила, ангела Господня, стоящего пред Господом, Захарии. И мы встречаем о явлении того же ангела Гавриила от Бога в повествовании о Благовещении Марии. В том и в другом случае тех, кому послан ангел, испытывают страх и смущение. Далее содержится довольно пространная речь ангела в том и в другом случае, и ангел, он ободряет, он убеждает и говорит о том, что он послан от Бога. И тот, и другая задают вопрос. Захария задает вопрос. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Словно Авраам и Сара, Захария и Елисавета, они не могут родить ребенка по природе, нужна благодать Божья. Божественное воздействие, божественное вмешательство в их жизнь, чудесное. Вот. Мария тоже отвечает вопросом на слова ангела, 34 стих 1 главы. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю.
Далее они слышат ответ. То есть мы видим, что рассказы построены по одной и той же схеме. Рассказ о Благовещении Захарии, рассказ о Благовещении Марии. Ответ ангела, и, да, за которым следует реакция в первом случае. Ну, реакция Елисаветы. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот. Ну, то, что произошло с Захарией, тоже известно из повествования. Он онемел, не мог говорить. Люди, ожидавшие его выхода из храма, были очень удивлены, конечно, поражены. Поняли, что ему было какое-то видение. А вот реакция Елисаветы здесь выражена такими словами, которые мы только что прочли. А в 38 стихе мы читаем о реакции Марии на слова ангела. «Сказала Мария: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот такие удивительные параллели между двумя рассказами. Со стихов 5 по 25, 1 главы Евангелия от Луки, содержится рассказ о первом Благовещении. Благовещение – благая весть, которую возвещает ангел Гавриил Захарии, ну и косвенной жене его Елисавете. Дальше, с 26 стиха и далее, говорится о Благовещении Марии, благой вести, которая состоит в том, что у нее родится сын, хотя она дева и мужа не знает, у нее родится чудесный сын, чудесный младенец, и он будет спасителем мира. Имя ему будет наречено, должно быть наречено Иисус. Следует заметить, что Лука, он историк. И описывая все эти истории, собрав, видимо, свидетельские данные о произошедших давно уже к его времени событиях, он не забывает помещать их в общеисторическую канву. И вот после первой и второй главы мы открываем третью главу и читаем, что в 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Вавилинее, при таких-то первосвященниках и так далее. И далее он начинает рассказ о крещении Иисуса и начале его земной проповеди. Он помещает историю, чудесную библейскую историю, священную историю, а, несомненно, евангельская история является для Луки продолжением библейской, священной, ветхозаветной истории. Об этом свидетельствуют вот эти все многочисленные параллели и много других параллелей, которые мы еще увидим с вами. Вот эта история помещается, священная история, в контекст мировой истории, в профанной истории. Она с ней соотносится, она внутри нее происходит. И вот в конкретный исторический момент, в конкретном историческом месте начинается новая история, начинается история Царства Божия. Но первая глава – это еще не история, это еще предыстория. История начнется с рождением и крещением Иисуса. А пока мы читаем о тех событиях, которые ей предшествовали. Заметим еще вот что. Все четыре Евангелия, и синоптические, и Евангелие от Иоанна, начинаются с Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель – вот один из двух людей, кто имел власть над Иисусом, кто был выше него в его земном пути. Он старше его был по возрасту, он предтечей был, Иисус идет за ним, словно за учителем, он шествует за ним. Иоанн предыдет пред ним, и проповедь его, Иоанна, благовествование, оно предшествует благовествованию Иисуса, крещение Иоаннова, учение о покаянии. И вот два человека вместе с Пречистой Девой, с Марией, вот Иоанн Креститель и Мария, два человека, которые имели в земной жизни Христа какую-то власть над ним, хотя и временную, до начала земной проповеди Христа, до начала земной его проповеди. Ну, Иосиф, обручник, конечно, тоже. Иисус был в послушании у тех, кто назван его родителями. Иосиф – это родитель не по плоти, но по закону. «Я и отец твой скорбью искали тебя», скажет 12-летнему Иисусу Мария.
И вот поэтому, видимо, все четыре Евангелия, включая Евангелие от Иоанна, начинаются с повествования об Иоанне, начинаются с истории Иоанна. Но самая подробная история, она содержится в Евангелии от Луки. И в Евангелии от Луки, заметим сразу, Иоанн Креститель не просто проповедник покаяния, не просто креститель Иисусов, он еще и евангелизатор. О нем в 3 главе 18 стихе Евангелия от Луки прямо так и сказано, что он евангелизато, то есть он благовествовал, возвещал Евангелие, возвещал благую, радостную, добрую весть. Давайте еще раз вернемся, друзья, и вспомним рассказ о явлении ангела Аврааму. Когда этот самый ангел, известное явление трех путников Аврааму, когда ангел Господень возвещает Аврааму о чудесном рождении у его и у его бесплодной жены, наследника Исаака, сына. И параллель между рассказом о явлении ангела Аврааму и Саре очевидно с рассказом о явлении ангела Гавриила Захарии. И там, и в том, и в другом случае говорится о том, что они праведные. Ну, в первом случае говорится о словах Бога, они приводятся «будь праведен», говорит Господь своему избраннику Аврааму. Здесь повествователь говорит о том, что они были людьми праведные, Захария или Елисавет, хотя она была неплодна. В том и другом случае подчеркивается старость их, бесплодие, явление ангела Господня, который там не назван, здесь он назван по имени Гавриилом. Гавриил можно перевести как могучий или богатырь, или герой Божий Господень, Гавриэль. Божий могущественный воин, Божий витязь, что ли, герой. Отъятие стыда бесплодия. В том и в другом случае бесплодие подчеркнуто. Бесплодие в тогдашнем обществе было позором для женщины. И в том и другом случае они радуются о том, что Господь отымает от них это бесплодие. Вот история Иоанна, Крестителя, так как она представлена у Луки, является таким образом продолжением священной истории. Повторяется та же самая тема. О праведности и бесплодии в Библии говорится много, как они между собой связаны, но урок из этих рассказов, который должен сделать читатель священной истории, он совершенно очевиден. Слово Божие, оно сильнее человеческой природы, человеческой немощи. И если Господь дает обетование, обещает, то Он исполнит. Несмотря на неспособность человеческой природы, Господь совершает чудо и рождается у бесплодных родителей ребенок. Два благовещения в первой главе. Благовещение о рождении предтечи и благовещение о рождении самого Спасителя. В том и в другом случае общие черты и рассказ построен по одной и той же схеме. В том и в другом случае ангел назван Гавриилом. В том и в другом случае родители, будущие родители, с одной стороны, родители Иоанна Крестителя, с другой стороны, Пречистая Дева, Мать Иисуса, они удивлены, они поражены удивлением и страхом и слышат утешение от ангела и ободрение, и подтверждение слов. И первая глава от Луки содержит благодарственные гимны. Благодарственный гимн Захарии и благодарственный гимн Марии. Мария, после того, как посетила родственницу свою Елисавету, отверзла уста свои и сказала: «Величит душа моя Господа». Дальше следует гимн, который она произнесла. Этот гимн, он очень интересен. И опять же он содержит определенные параллели с тем гимном, который произнесет Захария, благодарственный гимн Богу о рождении у него, у Захарии, сына. Когда отверзлись уста Захарии, он возблагодарил Бога благодарственным гимном. Во-первых, в том и в другом случае важно отметить,
упоминается исполнение божественного слова, исполнение божественного обетования. Выражается надежда на скорое избавление израильского народа от всех его врагов. Исполнение того обетования, которое дано было еще, говорят, от дней древних, начиная с Авраама, всех тех обетований. Вот интересно, что и в том, и в другом гимне, в гимне Марии, в гимне Захарии, упоминается имя Авраама. Если говорить о гимне Девы Марии в первой главе Евангелия от Луки, несомненно, хорошо знакомым со Священным Писанием, приходит сразу на ум, вспоминается гимн, который произнесла Анна, мать пророка Божьего Самуила, и который содержится во второй главе первой книги Царств. По сути говоря, гимн Марии – это реминисценция гимна Анны. И те же самые темы, те же самые слова содержатся, по сути говоря, ну, правда, на разных языках, там на еврейском, здесь на греческом. Подчеркивается, что Господь смиренных возносит, гордых уничижает, воспринимает Израиля в том и в другом случае, воздает угнетенным и бедным людям по своей правде и справедливости, а сильных мира сего и правителей уничижает и смиряет. Вот эти темы, начатые, представленные в гимне Анны, они здесь содержатся и в гимне Марии. Они повторяются, те же самые темы. И, по сути говоря, вот эти гимны Анны и Марии, они являются синтезом прошлого, настоящего и будущего израильской истории. Здесь, в гимне Марии, мы встречаем радостные слова об исполнении божественных обетований, так же, как и в гимне Анны. Только между Анной и Марией множество веков, больше целого тысячелетия. И вот если там эти темы только начинают развиваться, то здесь тема о спасении, об избавлении, она звучит уже вполне громко и определенно. Господь не только презрел на смирение своей рабы, исповедует Мария, но и не только ей сотворил величие сильный, но милость его в роды родов ко всем боящимся его. И Господь, говорит Мария, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Здесь говорится о будущем. Рождение чудесного младенца, младенца Иисуса, оно дает уверенность в том, что он спасет свой избранный народ израильский, и в том, что престолы сильных Римской империи, другие сильные престолы, они не будут, вот эти правители, сидящие на этих престолах, угнетать больше избранный народ. А смиренные бедняки Господни, очень важная в Священном Писании тоже тема, они будут Богом вознесены, вознес смиренных. Те, кто были голодны, алчущие, исполнил благами, а богатых, богатящихся отпустил ни с чем. Ну и, наконец, очень важный 54 стих, следующая строка. «Воспринял Израиля отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Вот в Иисусе, таким образом, исповедует Мария в чудесном младенце, который родится от нее, исполнятся все обетования, данные во все века, начиная с Авраама. Позднее мы читаем чуть дальше о гимне, который воспел Захария, когда у него родился сын Иоанн. И тоже говорится, что клятву, которой клялся он, Бог Аврааму, отцу нашему дать нам, он ее теперь исполнил, он ее теперь исполняет. 73 стих. И что избавление от руки врагов также здесь упоминается. И что теперь мы, говорит он, говорит Захария, будем служить ему, Богу, в святости и правде пред ним во все дни нашей жизни. Гимны, которые воспели Мария и Захария, они вошли в христианский обиход. И мы исполняем эти гимны на наших христианских богослужениях с самых первых веков христианства. В следующем видео, друзья, мы с вами подробнее остановимся на событиях Благовещения. До свидания.